Это у нас, можно сказать, Ростов-на-Дону. Видите, какая красота. Делаем тут домик, вторичку. Как дела? О, у нас чистенький, здравствуйте. Видите, лужайка такая, газончик. Это фермерский дом. Огромный, красивый, чудесный дом. Дверь, как всегда, любимая. И заходим. Заходим, значит, здесь. Ободрали все. Уже застелили все. Ничего себе. Второй этажик. Сейчас пойдем. Был чудесный ремонт. Очень красивый. Теперь... Видите? С Михалычем. С Михалычем. Вот. Вот так вот. Потолки метра, метров 10. Все, что внизу застелили. Паркетик. Видимо, будут оставлять, шлифовать его все. Да. Классно тут, смотрите. Кухня ободрали тоже. Ого, там и второй домик уже, что ли, вы что? Ничего себе. Ой, третий зашел. Вот так вот порядочек присутствует. О, обои еще оставил Алис. Можно посмотреть, да? Надо лестницу убирать. Лестницу убирать. Ой, второй этажик. Вот балкончик даже есть. Не, я по-любому пойду. Вы нет, говорите мне. Птички поют, слушайте. Опа, и полетела. Природа. От города подальше. Опа. Чердак. Есть кто тут или нету, а? Молчат. Так. Это вот так вот закрывается. Вот так вот делаем дом. Вторичку. Очень крутой проект. Так что Ростов. Да, Ростов, папа. Мы уже с вами. Кому в Ростове нужен ремонт, скорее обращайтесь, ибо два объекта только сможем взять. Давайте, любим вас всех. Вот еще один домик построили, видите, какой красивый. А?